Сегодня в ресторане «Saint» на Кутузовском проспекте презентация нового клипа. А главными героями стали Алексей Стрельцов и певица Габриэла с презентацией клипа «Заберу». Давайте представим такую ситуацию, что у вас есть возможность улететь куда угодно и с кем угодно. Кто бы это был и куда бы вы полетели? Ой, это была бы обязательно моя группа Five Star Family, и мы бы полетели снимать клип куда-нибудь в райский уголок. Мне кажется, мы летим вместе на Мальдивы с Hello TV. Я бы улетела на острова дикие, скорее всего, да, и вместе со своими 5 детьми. Я бы улетел в Грецию и забрал бы своего брата. Я сама живу в Германии, сейчас работаю в Москве уже последние 10 дней. Я очень хочу домой к своим 4 детишкам, и вот я бы хоть вот сейчас бы улетела к мужу и своим детям домой в Германию. Я бы улетела в теплые края с любимым человеком. Я думаю, что на Кубу, на море. Ну, поскольку я здесь, естественно, бы я улетел бы с Габриэлой. А куда? Наверное, в Бразилию. Я там не был. Я полетела со своим мужчиной в Майами. Моя большая, огромная мечта – улететь на Мальдивы одной, абсолютно одной. Я бы улетел в какие-нибудь теплые страны, взял бы с собой мою любимую девушку. Мне не нужно представлять, я в январе полечу в Таиланд, потом в Сингапур, потом в Малайзию. Я бы улетел бы в Дубай сейчас, честно, потому что там сейчас прям вот идеально, я думаю, температура. А с кем бы я бы улетел, не знаю, ну, наверное, с кем-то из близких, из друзей. Конечно же, я бы взяла своего супруга. А куда? Не знаю, куда бы он выбрал? Я бы улетела с Майклом Джексоном в Голливуд. Если куда-то лететь, надо лететь с друзьями и всей семьей. У каждого человека есть стереотип по поводу нации. Какие они, бразильянки? Они сочные, мощные. На самом деле они все прекрасные. Потому что все женщины прекрасны, нету страшно. Все красивые, мне так мама говорит. Бразильянки, они горячие, красивые, сексуальные. Попастые и сисястые. Горячие. Бразильянки, они горячие. Я знаю Габи уже давно. Горячая, сексуальная. Думаю, такие очень горячие, живучие. Это достаточно эмоциональные, живые люди с очень красивыми фигурами. Улыбчивые и счастливые. Сочные, горячие, с пышными формами, хорошо танцующие, хорошо поющие. У меня образ сразу рисуется горячих женщин с очень такими красивыми формами, пышными. Они очень красивые, очень фигуристые, очень энергичные, очень харизматичные. Вот они имеют очень красивые формы тела, это не секрет. Ну и они достаточно очень раскрепощены. Красивые, с красивыми формами. Самые горячие женщины с большой попой, с большой душой и с большими губами. Жгучие, деятельные. Это девушки, с которыми можно пойти в разведку и зажигать, и куда угодно. А главный герой нового клипа Алексей. Что вы о нем знаете? С Алексеем мы работали уже много. В основном это были полухудожественные, полурекламные клипы о моей клинике. Очень креативный, очень классный и режиссер, и певец, и актер. Алексей — это мой действующий продюсер на сегодняшний момент. Алексей мой продюсер. Ну, как минимум, то, что он является моим продюсером. Я очень уговариваю его записать со мной песню. Какие эмоции вы сейчас испытываете, когда вот-вот состоится презентация? Эмоции сейчас у меня, конечно, очень не за презентацию, а за где кто надо сидеть, потому что я всегда переживаю за свои гости. Я хочу, чтобы все было комфортно, и поэтому я переживаю. Но бегаю туда и сюда постоянно. Вы очень рады? Ну, я рада, да. Я рада, как получилось клип, и мне понравилось это, что я хотела. И это моя идея. Я была как режиссера, и я думаю, хорошо получилось. Очень зажигательно. Да, работа получилась? Да, работа получилась очень сексуальная. Отлично. Какие надежды возлагаете на долгожданную премьеру? Ну, надежда, что всем понравилось, что все могли смотреть мой клип, и
что все каналы можно играть, мои клипы везде, и на радио музыка, чтобы играть. Ну, это самое важное. Ну, так, самое важное. Мне самое важное, потому что мне нравится, как все получилось. Поэтому самое важное, что мне нравится, правда? Но, конечно, если радио и телевизор все будут помогать, это будет круто. Да, отлично. Если бы у вас была возможность полететь сейчас куда угодно и с кем угодно, с кем бы вы полетели и куда? Я, конечно, улетела в Мальдивы вместе с своей семьей, чтобы отдыхать. Ой, отлично. Скоро уже состоится Новый год. Какие желания загадаете? Чтобы у меня работа была все хорошо на следующий году, как я читаю.